Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты. В нем участвуют уже более 150 тысяч семей со всей России, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Суть проекта проста. Каждую неделю участникам предлагают выполнить легкое задание – посмотреть кино, сходить в музей, приготовить ужин. Главное – всей семьей. 27 февраля пройдет 3-й большой розыгрыш призов. Участники получат более 4500 подарков. Объявлен конкурс на участие в президентской программе управленческих кадров, информирует телеграм-канал Самарского района. Требования к участникам программы – возраст до 50 лет, наличие высшего образования, регистрация на территории Самарской области, общий стаж работы более 5 лет, общий стаж работы на управленческих должностях более 2 лет. Сотрудники органов власти и органов местного самоуправления не могут принимать участие в программе. По всем интересующим вас вопросам обращаться в Самарский региональный ресурсный центр по телефону 263-44-14. Встретиться с агрессивной собакой – не лучшая ситуация, но такое иногда происходит. Поэтому важно знать, как вести себя правильно, чтобы избежать трагедий. Так как поведение собаки основано на инстинктах, то ее действие, как правило, всего лишь реакция на поступок человека. Телеграм-канал Красноглинского района рассказывает, как не спровоцировать агрессию собак. Нельзя смотреть собаке в глаза, улыбаться ей, дразнить. Нельзя пользоваться ультразвуковым свистком. Нельзя показывать свой страх. Собаку без намордника лучше обойти стороной. Телеграм-канал Советского района публикует фотографии обновленного сквера «Самарец» в свете вечерних огней. По задумке архитекторов, сквер оформлен в стиле второй половины 40-х годов 20 века. Территория наполнена смыслами, которые отсылают к страницам в истории Самары – трудовой безымянки. Сквер преобразился по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году «Самарец» занял 2-е место в рейтинговом голосовании. Его поддержали 25 509 жителей.